1 июля – праздник Дня архитектуры в Украине. По случаю этого праздника в Одессе руководство галереи «Кошкин дом» организовало и провело красочное мероприятие с фуршетом, массой увлекательных конкурсов и призов. Гостями «Кошкиного дома» стали ведущие дизайнеры и архитекторы города. С начала и до самого окончания праздника гостей не покидало хорошее настроение. Скучать не давали конкурсы, участниками которых были сами приглашенные. Все развлечения организаторы удачно подобрали с учетом творческой аудитории. Праздник проводила сама хозяйка «Кошкиного дома» Влада. Она открыла вечер конкурсов чтением стихов. Победителем должен был стать тот, кто первый догадается, кому эти строки посвящены. Победила дружба. Приглашенные ответили хором стихи в честь Одесской кирхи. Призов хватило на всех. А впереди гостей ждала увлекательная шоу-программа. Праздник породнил и объединил собравшихся. Очень приятно, что в такой вот праздник, в такой летний день Саша и Влада пригласили архитекторов на профессиональный праздник. Они очень приятные ребята, с которыми я сотрудничаю уже много лет. Они делают свой бизнес красиво. Но сегодня мы будем дружески общаться и не говорить о работе. Настроение, в общем-то, оптимистическое, несмотря на все проблемы, которые возникают в архитектуре, и не только в архитектуре, а вообще в обществе. Но с надеждой на лучшее. Настроение у меня шикарное, как бы способствует погода, и потом все-таки, как ни говори, но праздник. От праздника мы всегда ждем чего-то там хорошего, тем более как бы это посредине лета, и не так часто как бы удается отдохнуть и собраться всем вместе, пообщаться, так что ждем хороших и приятных впечатлений. В такой день всегда хочется как бы любви, общения, увидеть своих коллег, и поделиться новыми как бы впечатлениями за прошедший год. На самом деле сегодня праздник, и хочется сказать, может быть, о чем-то другом. Не о коробках и не о нормальных строениях, а о том, что профессия архитектора важная, нужная, хорошая и просто необходимая. Хочется, чтобы все было лучше, и я надеюсь, что со временем оно будет. Хочу пожелать дальнейшего сотрудничества, плодотворного, процветания. И надеюсь, что никакие плохие времена нас не коснутся, что наши клиенты, наши работы будут всегда лучшими. Бытует мнение, что творческие люди, будь то дизайнеры, архитекторы, не похожи на всех остальных. Считается, что у них свой мир, отличный от взгляда других. Однако желание праздника и радости – это общее, что объединяет всех. А одесситов объединяет еще безграничная любовь к родному городу, которой они не перестают делиться со всеми. В Одессе много всего уже хорошего. А это менять надо, просто ремонтировать хотя бы, чтобы осталось то, что есть. Оно уже будет хорошо. А новое? Новое надо добавлять. Люди – это люди – это мы все. Бывают хорошие и интересные, а бывают скучные и противные. Хочется побольше веселых и интересных. Вот, собственно, и все. О своей любви к городу. В этом городе живешь, в нем проходит, абсолютно вся твоя жизнь. Ты с этим городом сроднился, ты вжился в него, в его землю, в воздух, в дома, в архитектуру, в людей. Как можно любить этот город? Только так, наверное. Мне здесь все нравится, все прекрасно. Вот это вот стремление к новому, к современному. Но чего бы хотелось? Хотелось бы добавить какой-то глубины, какой-то истории. И немножечко, чтобы взяли пример с древних архитекторов и немножко добавить вот это все, развести. Потому что немножечко, если честно, более оно такое вот американизированное, слишком оторванное. Чего-то хочется такой какой-то истории. Само слово «архитектура» имеет греческое происхождение и обозначает «искусство строить». Еще Фридрих Шеллинг в свое время говорил: «Архитектура – это застывшая музыка». И в этом смысле Одесса, несомненно, музыкальна. Южная столица – один из немногих европейских городов, который может похвастаться таким количеством архитектурных памятников. В Одессе есть свой неподражаемый колорит, который отражен во всем – и в людях, и в зданиях. Уникальная атмосфера южного города воспета многими выдающимися писателями-поэтами – Куприным, Китаевым, Олеши, Ильфами Петровой. А началось все с Пушкина, помните? «Я жил тогда в Одессе пыльной». Как говорят гости нашего города, попав в Одессу впервые, хочется возвращаться сюда вновь и вновь. Интересно, что из достопримечательностей Одессы стоит показать прежде всего человеку, который впервые посетил наш город? У гостей Кошкиного дома мнение разделилось. Кто-то предложил прогулку по итальянскому бульвару, кто-то вообще повел бы к себе домой.
Ну, очень тяжело себя поставить на место человека, который впервые приехал в Одессу, потому что ты в нем живешь, и это твой любимый город. Но очень люблю старый центр, то есть хочется провести ничего нового, Дерибасская, Пушкинская, Приморский бульвар, мой любимый французский бульвар. Я предпочитаю проехать по брусчатке, несмотря на то, что машину там портишь, едешь, но смотришь по сторонам. Мне не важно, не безразлично, как, где я проезжаю, по какой дороге. Вот. Просто, вы знаете, мы привезли с собой наших киевских коллег, наш Кошкин дом из Киева, и первое, что сказали наши ребята, воздух другой. Как можно было в таком воздухе плохо строить? Наверное, вдоль французского бульвара, там достаточно такой как бы классической архитектуры, исконно как бы одесской, потому что, к сожалению, центр города у нас так, получается в своем колорите каждого хозяина. Хочется, чтобы была какая-то целостность в городе. Наверное, к этому надо стремиться. Всемирный день архитектуры учрежден Международным союзом архитекторов, возникшим в 1946 году, после Второй мировой войны, когда нужно было поднимать из развалин города, восстанавливать предприятия, воссоздавать памятники. С 1996 года Всемирный день архитектора приурочен к Международному дню жилья. Такое решение принял Международный союз архитекторов на 20-й Генеральной ассамблее ООН в Барселоне. В нашей стране официально День архитектуры Украины стали отмечать с 1995 года. В Одессе в день праздника гости желали родному городу процветания, счастья и благополучия. Что бы я пожелала Одессе? Сохранять свои традиции, но не быть консервативной при этом. Пользоваться и новыми направлениями, которые есть. То есть вся наша жизнь – это микс. Микс классики, микс современности. И на этой волне всегда получаются очень интересные варианты. Поэтому вот такое пожелание. Город – это очень сложная, большая структура. Она должна жить, развиваться, улыбаться и быть с юмором. Одесса неповторимое лицо на самом деле на карте мира. Пусть она остается такой и будет лучше. Одессе что можно пожелать? Цвести, становиться все краше, а мы ей в этом поможем. Бережного отношения нас, одесситов, к Одессе, бережного. Надо любить, сохранять, лелеять, холить. Очень деликатно относиться к истории, к архитектуре, очень деликатно. Здоровья и благополучия. Наверное, хороших объектов роста, процветания, то есть всего самого лучшего и творческого. Хочется пожелать, чтобы наши одесские архитекторы притворяли в жизнь только шикарные, дорогие, достойные для города проекты. Побольше хозяев настоящих. Очень хочется сохранить все, что еще осталось. Очень жалко иногда смотреть, поднимать голову жалко. Хочется, чтобы осталось еще и нашим внукам и правнукам, чтобы было чем им хвастаться перед их гостями. Особое внимание гостей Кошкиного дома вызвал конкурс на лучшее стихотворение по теме праздника и командный рисунок. Честно говоря, мы хотели тоже. Самая главная цель была быть тоже участниками, а не просто организаторами. Вот. Хотелось, чтобы ребята с удовольствием отдохнули и очень надеялись на их активность. Но у нас как бы еще все впереди, еще ничего не закончилось, только начались конкурсы. Вот. Мы надеемся, что они нас поддержат. Сегодня праздник, День архитектора. Хотелось им об этом напомнить, не все помнили, к сожалению. Просто собрались с друзьями. Здорово. По-моему, должно получиться.